Разговор о важном в Самарском государственном колледже сервисных технологий и дизайна начался с выноса государственного флага под гимн России. На урок мужества пригласили боевых офицеров, 4 генералов разных родов войск. Когда это диалог с людьми, которые сами себя сделали, добились высокого такого ранга, отеческий диалог, диалог о родине, о государстве, вы знаете, это очень важно, когда по-человечески мы говорим о родине, о семье, о том, как нужно учиться, почему. И получается, что вот этот правильный такой ключик, он всегда очень приветствуется студентами. На этот раз разговор о важном был о счастье, которое каждый понимает по-своему. Генерал-майор в отставке, участник боевых действий Николай Хохлунов, считает, что счастье – это семья и достойная работа. Этому его учил отец, этому он учит своих сыновей. Я всегда своим говорил и говорю, чтобы наши дети и внуки, они никогда не затерялись в этой жизни. Почему? Чтобы нашли свое достойное место, чтобы нашли свою хорошую специальность, трудовую специальность, которая позволила бы им быть знаковыми, значимыми людьми, и чтобы они были всегда востребованы на любом уровне для наших руководителей. У вчерашних мальчиков гимнастерки новые и письмо от мамы с собой. Разговор о важном, он же урок мужества, стал еще и концертом. Студенты исполняли патриотические песни, читали письма с фронта. Скоро, мама, мы возвратимся домой с победой. А если суждено будет нам погибнуть, то знайте, что мы погибли за счастье советских людей, за мир и счастье на земле. Разговор о важном в колледже ведут каждую неделю. Продолжат его и в следующем учебном году. Светлана Тимофеева, Николай Сидоров. События.